Вернемся в наш город. Сегодня назначили акима Карагандинской области. Указом президента главой региона стал Бауыржан Абдишев. Последние полгода Абдишев являлся вице-министром охраны окружающей среды. До этого, начиная с января 2010 года и до конца сентября прошлого года, он являлся акимом города Караганды. Карьеру в госслужбе свою начал в 2008 году, когда возглавил департамент мониторинга социально-экономических программ. Также являлся заместителем и первым заместителем председателя Центрального аппарата Инновационного комитета Народной демократии партии Нур-Отан. Нового акима представил сегодня премьер-министр страны Серик Ахметов. Абдишев родился в 1968 году. Уроженец Карагандинской области. Женат, имеет двух сыновей. Имеет три высших образования. По специальностям инженер-механик, специалист таможенного дела. Напомним, предыдущий глава региона Абельгази Кусаинов 28 января был избран руководителем Федерации профсоюзов. Кусаинов в должности акима Карагандинской области проработал год. До него пост акима занимал нынешний глава правительства Серик Ахметов. Для меня большая честь быть назначен на столь ответственную должность. Я, понимая большую ответственность, хочу принести, сказать искренние слова благодарности главе государства, президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Хочу заверить, что все силы, опыт и знания я приложу для выполнения задач, стоящих перед Карагандинским регионом.